Никто не выжил из тех, кто запустил первые ракеты. Но в результате последовавшей цепной реакции лицо Земли было навеки изменено. И среди оставшихся в живых продолжилась кровавая бойня с применением всех видов вооружения. Колонизационные корабли Ракша. Силы Земли были ослаблены войной, и никто не смог оказать должного сопротивления. Земля стала одной из колоний. Он говорит, что у лорда Ракша сегодня выходной. Тебя выпустят в джунгли для охоты. Когда настанет время, ты услышишь звук трубы, означающий, что охота началась. В глазах народа ты труп, но твоя смерть много принесет для деревни. Мы будем помнить тебя и молить Бога, что смерть будет быстрой и безболезненной.
Пожалуйста, помогите мне, я не могу сдерживать их вечно. Спасибо, что помог мне убежать. Я надеюсь, что отплачу тебе услугой за услугу. Меня зовут Джек, старый Джек. Пошли, я живу здесь неподалеку. Добро пожаловать в мое скромное жилище. Здесь должно быть довольно безопасно. Ага, нашел, сынок. Возьми это, как свидетельство моей глубочайшей благодарности. Эй, сынок, как дела? Я никогда не испытывал особой нужды в оружии. Я сам предпочитаю просто помолиться. Что случилось, Бор? Тебе нужно подлечиться? Я знаю пару вещей о целебных травах. Если ты отравишься, то сорви пару листьев с этих растений и приходи ко мне. Но спеши. Знай, что твоя мамаша не станет о тебе заботиться. Я вижу, случайная охота, приятель. Лучший совет, который я могу дать, держись от них подальше. Ну, так значит, ты тот, за кем они охотятся? Ну, так если они пришли туда, куда пришел ты, добро пожаловать сюда, в любое время. Отсюда еще пока раньше никто не выбирался, но нет такой клетки, из которой нельзя было бы сбежать. Ты говоришь о Джоу Джеке? Много лет назад в деревне жил человек, очень похожий на тебя. Но это было уже так давно, что уже ничего не может означать. Ты говоришь о Джоу Джеке? Много лет назад в деревне жил человек, очень похожий на тебя. Но это было уже так давно, что уже ничего не может означать. Я сам там жил. Это было странное жилье, потому что я не виделся нос к носу с целым рядом людей. Но я был там, когда привезли людей снаружи. Много лет назад Ракша принес 3 детей в деревню. Мы никогда не понимали вполне, зачем. 2 умерли в маленьком возрасте, а третьим был ты. Сынок, сейчас, одну секундочку, сейчас, я подойду к тебе. Сынок, сейчас, одну секундочку, сейчас, я подойду к тебе.
Кто ты такой? Что тебе надо от меня? Здесь я в безопасности. Мне не требуется оружие. Послушай, я дам тебе кое-что, если ты обещаешь никому не говорить, где я. Кто ты такой? Что тебе надо от меня? Я ничего об этом не знаю. Прости, но я ведь не доктор. Они обнаружили меня, когда я бродил по развалинам. На счастье, им не пришло в голову, что я из сопротивления. Иначе я бы с тобой сейчас не разговаривал. Так или иначе, охотится за каждым из нас. Там снаружи нет ничего хорошего. Оставайся лучше здесь. Они живут в шурфах, но иногда выходят на охоту. Их много там наверху, среди развалин. Раньше меня звали Брок. Раньше меня звали Брок. Я ничего об этом не знаю. Они с той стороны ограждения. Я жил там, пока Ракша не поймал меня и не поместил сюда. Это на востоке. Ракша вел меня там, но люди не могут пройти через сигнализацию. Они зовут меня чужаком, потому что я был рожден не в их деревне. Они прогнали меня, но я нашел это место. Здесь у меня больше шансов выжить, потому что никто не знает, где я. Вход находится среди развалин. Oh, my God.
Хватит приставать ко мне! Что бы там обо мне ни говорили, я никогда не был снаружи! Лебеди! Тысячи лебедей! И что я могу сделать для тебя? Я сто их встречал. Оружие? У меня. Винтовки, автоматы, бомбы, гранаты. Незарегистрированные ускорители нейтронных частиц. Извините, я оставил их в другом месте. Ха-ха! Они пытались сопротивляться, но все напрасно. Если я скажу тебе тайну, ты обещаешь хранить ее? Мои глаза не похожи на солнце. Запомни это и держи это под своей шапкой. Нет, спасибо, я уже ел. Когда пришло зло, не пощадили никого, кроме Чарли. Маленькие Билли и Сьюзен больше никогда не двигались. Не повезло и маленькой Полли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ха-ха-ха-ха-ха. Нитки. Там были три нитки, как в вязаном разноцветном свитере. Чтобы убежать, ты должен разрезать нитку. Зовут меня Чарльз. Чарльз. Точно, Чарльз, Чарльз, точно. Слово сумасшедший, понимаешь? Я дураки. Ха-ха. Брок. Какое хорошее слово, брок. Брок. Внутри, снаружи, где-то там еще. Да какая разница? Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Это не я! Зовут меня Чарльз! Чарльз! Точно, Чарльз, Чарльз! Глаза в порядке! Это все, что нужно, чтобы нормально видеть! Хе-хе! Это было такое хорошее место до того, как они появились! Деревня? Ты называешь это деревней? Это могло бы быть настоящей деревней с какими-нибудь пакгаузами и жирафами. Настоящими большими жирафами. Ага, эти славные деньки, когда мы купались в воде. Кристальные ручейки текли прямо по коже. Хороший крокодильчик. О, молодец. Иди как папе. Тебя, наверное, напугал этот большой страшный человек. Thank you.
Беги скорее! Падальщики! Они убьют тебя! Сопротивление! Я не смог! Oh.